Всем привет, с вами Сергей. Сегодня играем в Hearthstone, коллекционная карточная игра от Blizzard. Сегодня нас ждет потасовка. Порталы вечеринки. Медивы организуют грандиозное шоу, и вы его главная звезда. Призывайте существ из различных порталов, чтобы представление вышло незабываемым. Как видите, я еще не играл, но это уже почти она заканчивается скоро. Давайте пробовать. Что нам не дают выбрать ни класс, ни колоду. Сразу бросают нас в бой. Так, нашелся наш противник. Медив! Ага. И Медив! Мы играем за... Начнется игра. О, мы уже начали. Портал. Интересно. Портал вечеринки. Вы призываете случайного гостя вечеринки. Встречайте, медивы! Вызывали? Не считается существом. И что, нельзя его убить? Кошмар. Нестабильный портал. У меня тоже такая штука есть. Мне не хватает маны. Не хватает маны. А хочу ли я ходить? Ну ладно. Рамула. Ну, пускай. Потанцуем? Только сладкой муки! Такой будет хитрый ход. Разыграем горного великана. И я думаю, что отвечать ему пока нечем. Потому что заклинаний нету, надо только призывать порталы. Разноменталь. А сколько их там? 3 человека, что ли, приходят? Артефакт у тебя? Ага. Неплохо. Очень даже неплохо. Я разбью
Альма! Осторожно! Дело сделано! Так, провокатор задержит немножко парня. Ему придется использовать вспышку огня, да, если он хочет. Да что ж такое? Да что ж такое? А мне? Отлично. У меня тоже такие ребята есть. Ну что, начнем? Угу. Так, а кого я хочу уничтожить? Наверное, вот этого парня, да? Так. Соратники, слуги, солдаты холодной тьмы, повинуйте зову. Вполне возможно, что Килтузат и сделает для меня эту игру. Я так думаю. Что за парень? Мим. Ну, пора сдаваться. Румата. Румата. Игрок Румата, пора сдаваться. Потому что... Да, Келтузат, конечно, здесь идеальный парень. Ну, мог бы другого восстановить. Зверовод. Призывает копию вашего зверя. Оруженосец, за мной! И что, не срабатывает рыцарь Длани? Шах и мат. Ну, да, просто повезло. Идеальная карта зашла. Зашла идеальная карта. Давайте играем дальше. Как минимум до 3 игры. А может и до 3 побед. Посмотрим. Для 3 побед нам хватит 3 игры или нет. Медив! И... Медив! Да начнется игра. О, мы уже начали. Ну, конечно, красивая анимация у этих героев. Нету, ни разу не было на них скидки. Их продает Хардстоун. Скажем так, это шкурки на героев мага. И ни разу не было скидки. И цена такая себе, не очень маленькая. Вызывали? Вызываем. Встречайте, медивы! Да-да, встречайте. Ванда Чудо-копыта. А, приветствую. Да, здравствуй, а, друг. Приветствую. Я...
Точно так же начиналась прошлая игра. Тоже был призван Рамула. И эффекта он никакого не дал. Я хотел роль Питера Пэнту за сладкой муки. Не знаю, надеюсь, что я правильно сыграл. А может и нет. Сейчас узнаем. Я тоже так хочу. Я тоже так хочу. Захватили мне рыбки. А что там было? А, это йоу, я думал два одинаковых портала водоворот. Я ошибся. Я ошибся. Я думал два раза по единичке нанести урон. Тогда бы я зачистил его стол. Один выстрел, один труп. А так пока не совсем понятно. 2-2, да? Портал Луна-Свет. Истина где-то рядом. Смертный хрип. Вы берете карту. Обидно. Так, разыгрывать, разыгрывать мое существо. Я никому не скажу. Пусть будут существа на поле. Праздничное поле со снежинками, с фонариками. Это поле из вечеринки Каражана. Фонарики выключаются, включаются. Предлагаю сделку. Ты сдаешься, а я тебя не убиваю. Неплохо. 2-2. И этого не хватит, чтобы убить. 2-2. Я не был. Новое приобретение. Ну, совсем карта не заходит. От слова совсем. Так, сейчас, по идее, я должен добить этого Сараада, рыцаря Нексуса. Ай-яй-яй-яй-яй, вот тебе и все. Вот и как его теперь добивать? Дело.
Неправильно я стрельнул, неправильно. Надо было стрельнуть сюда, конечно же. Но в Сарада. Ошибка, ошибка. Хотя он бы все равно убил бы. Прознаменталем. Интересно. Ну что, у него соблазн есть пойти в лицо, наверное, стукнуть меня. Соблазн пойти в лицо стукнуть. Новое приобретение. Да, за счет нового приобретения он может потом хорошо сыграть. Так вот. Ну просто не везет. 7. Барахли, как не Надеюсь, получилось. Так, это небесный голем. Ну, неплохо. Хотя бы после себя вернет существо за 4 маны. Так, у меня есть лунная поляна для того, чтобы восстановить здоровье. Но я надеюсь, я не доживаю. К сожалению, не доживаю до меня. Как раз вот в прошлый раз мне была случайная карта, Сараат как раз сыграл на стороне темного ангела. Так, Angel. Кел'Тузан выиграл первую игру для меня, а Сараат, случайный абсолютно персонаж, выиграл игру, вторую игру для моего противника. Начали. Так, новая игра. Встречайте, медивы! Вызывали? Вызывали, отлично. Николай, Николай. Николай. Ну, не самая лучшая аптекарь-сектант карта. Любовь моя, бью за тебя! Что-то пока не идут карты, те, что нужно. Джин ветров. Ого, какой классный момент пришел.
Какой классный мим. Защищает меня. Как на меня, то скучная потасовка. Весьма и весьма скучная потасовка. Одни и те же набор каких-то этих гостей с вечеринки. Ну да, случайные существа призываются, но в целом... То есть... Да, здесь колодец сейчас будет роскошно. Слежу за тобой. Я буду сражаться. Защитные системы активированы. Так, не убив колодец, я здесь только теряю время. Пиратик. Пиратик глазастик. Пиратик. Ай-яй-яй, зачем я это сделал? Зачем я это сделал? Так, портал «Огненные просторы». Дай мне задание. Твоя свечка моя. Ага, сколько существ. Покупаешь или продаешь? Ай-яй-яй. Мне нельзя медлить. Свежие рулеты с пылу с жару. С пылу и с жару. Дело сделано. Да ну что ж ты будешь делать? Ну чего не восстановить вкусному зомби здоровье ржавому галеву, а именно авантюристу? Выбери любую карту. Да.
Так, ну что, ситуация для меня грустная, да? Грустная. Я могу восстановить 10 здоровья, да? Но как же мне этого авантюриста убить все-таки? Как же мне убить 8? Не что угодно. Нельзя медлить. Да, ну что ж ты будешь делать? Ну опять он лечит этого авантюриста. Ну посмотри на него. Ну столько существ, такой выбор. И он лечит. И этот колодец света. Защитные системы активированы. Так, ну что, игра сложится не в нашу пользу. Нельзя медлить. Так. Моя свечка! Моя! Немножко подлечился, но не знаю, даст ли мне это какой-то эффект, потому что бороться с авантюристом пока не нечем. Еще и провокатор призвался. Еще и провокатор. Древнее проклятие. Шулер Генза. Я смотрю, у него карты в руках. И рубашки этих карт, это скорее всего рубашки из Хардстоуна. Но опять же, случайная карта, которая просто идеально зашла для этой колоды в данном случае, ну для этой игры. В данном случае это авантюрист, которая получает плюс один к атаке и плюс один к здоровью каждый раз, когда разыгрывается карта. Ну а карты стоят недорого, то то я просто теряю здесь время, скажем так. Просто теряю время. Убить я его никак не могу. И 16. Интересно. Если бы хотя бы портал провокатора дали. Какого-нибудь сильного. Привет из загробного мира. То это можно было бы еще. Потренируемся? Ну вот, дали провокатора, как и заказывал. Он стрелял, ну и все, да? А, он даже не здоровье восстанавливает, то есть... Человек просто балдеет, наслаждается игрой. А, ну он с одного хода меня убивает уже.
Так, я думаю, что на этом все, потому что потасовка, ну, чепуховая. Абсолютно. Она построена на совсем случайно и... Играть в нее смысла я не вижу, потому что здесь, как только приходит случайная карта, которая, ну, хорошо ложится для этой потасовки, одна карта и вытягивает фактически всю игру. У меня в первой игре это был Kill to Zan, где я победил. Вторую игру я проиграл Сараду, вот, а третью игру я проиграл Авантюристу. Буквально одной карте, и против которой, в общем-то, ну, ничего сделать не получается. В любой из игр, вот эти, например, три карты, причем одна карта заходит даже. Если бы там две-три, так вообще игра бы заканчивалась бы практически очень быстро. Давайте посмотрим, что там дали мне в классическом пакете. Редкая карта. Ну, а, две редких карты. Чуть больше пыли, чем 40. Но это все распыляется. Не 40, а 55. Да. 5 карт распылить. Все. На этом с потасовкой мы заканчиваем. Я считаю, что она была абсолютно неинтересной. Всем спасибо за просмотр и удачи!